перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, ребят. Салют, салют всем. Ребят, что такой кипиш поднялся жесткий? Я не ожидал. Привет всем. Сегодня снимали клип, весь день устал. Здорово, Дёс. Устали, снимали с Андрюхой Табуном на новую песню. Будет круто. Завтра, ребятки, если не брехун я, может, конечно, все случится, но должен выйти приглашение на концерт. Так, чуть болею. Что за кипиш поднялся такой, ребят? Что-то мне пишут какие-то эти. Комментарии заполонили фанаты, что ли, Гудка, или что такое? Ага, Иса пишет. Брат Джигана, простим или нет? Да я с Джигой поговорил по телефону уже. По видеосвязи в WhatsApp. Джига... Я Джиги так сказал, Джига. Я стрельнул дровью, тебя просто задело. Ой, ребят, такая ситуация двоякая получилась. Я Гудка. Да. Да. Брат, мы ж добрые с тобой. Ну просто такая ситуация получилась двоякая, якобы. Ага, спасибо. Ситуация такая получилась, якобы я такой ранимый, мне так плохо от этой шутки. Я просто проснулся утром, там мне кто-то написал из комментариев: Рома, чё там за кипиш идёт? Чё за приколы опять про тебя мать? Я думаю, с утреца, думаю, чё там за базары? Вот и всё, Гудок попал под горячую руку. Какие-то фанаты его заполонили, мои комментарии пишут, там извиняться, я там потом якобы вопрос, буду или нет, за петуха, за Гудка. В смысле извиняться? Я же это предложил, как бы есть дата 6 апреля в Москве, мне можно найти. Я высказал свое мнение, ребят. Я не знал, что поднимется такой шум. Если честно, не знал реально. Я уже и не рад. Чё столько шума. Чувствую себя детём, которое обидели. Спасибо всем за поддержку, конечно. Все дела. Спасибо всем моим людям. Но не надо это, конечно, в печи жечь Гудка. Марат, брат, альбом в мае, Марат, в мае, сейчас я его доделаю, в мае альбом, друзья мои, вот. Это я заявляю вам, это первый раз сегодня, короче, уже все, отдыхаю, валяюсь, устал, я весь день с ним проездил, с пацанами, Серега, привет, брат,
Нет, ИСа. Это ИСа супергерой. ИСа легенда. А так, да, классно. Угодку лично сломаем. Да, Даня. Гудочек. Да гудочек. Все там как бы порешали все, ребят. Не ожидал, конечно, такой будет резонанс большой. Ну а что делать? Он, блин, Лобов с Хабибом. Честно, мне вот показали конфликт. Я не совсем понял, из-за чего просто. Конечно, как бы не особо красиво, мне кажется. Со стороны такого бойца, как Хабибыч, уровня его. Ну, с другой стороны, я не знаю, что у них там за конфликт случился. Наверное, что-то Лобов наговорил лишнего. Не знаю, ребят, даже. Не мне судить, если честно. Что мне к этому какой-то смс пришло, что у меня пакет номера там на интернете что-то кончается. Так, Андрюха там что-то прокачивается. Короче, ребят, ну в чем суть? Суть в том, что просто хотел сказать, что я вот промониторил этот прикол. Лобов лох по жизни. Легенда, ну, не знаю. Я не знаю Артема, не знаю, как там у них. А так, конечно, ребят, надо быть добрее. Будем добрее, все будет классно, чтобы. Надо меня какой-то это обиженкой, не вздумайте делать Ромку. Воронина, вы чё? Эй, че? Нормально все. Я же крок. Неубиваемый. Я уже это, никого не это. Не злой, ни гудки никакие мне не нужны. Че мне этот гудок? Прикол, да и прикол, если честно. Ну, если... Вот суть. Да, пусть думают, что болта. Я тоже такого мнения. Я считаю свои оскорбления как бы обоснованными. Тоже влился в тему, пошутил со своей стороны. Ёк-макарёк, эй, эй. Давай мы такие, так вот. Давайте, короче, порешали, да, с этой дилеммой. А фанатам гудка, ребят, не пишите мне, пожалуйста, не пишите. Встречайте лично и говорите мне все, что хотите. Не надо мне засирать комментарии своим беспонтовым тряпьем. Не надо. Пусть мои люди пишут. Мы будем общаться, читать друг друга посты. А то сейчас получается так, что я в последнее время перед альбомом это больше кудахтаю. Ко-ко-ко, чем работаю. Но это не так, ребят. Делаю альбом. Стараюсь очень. И в мае представлю вам мой новый альбом. Не знаю, честно, какой по счету. Везде как-то по-разному пишут. Там то или восьмой, или седьмой. Там еще как считать, я так понимаю. Омск, привет, друзья мои, привет. Омск мне не забыть никогда. Моя учебка. До встречи, Дань, до встречи, братушечка. Ага, не говори, легенда. Гудки к гудкам, мужики к мужикам. Вот и все. Так что порешали, ребят, за эту тему. Не надо никого палками бить, я считаю. Просто. Просто заметочка. Пам. С чемоданом не будет, но будет с моими корефанами. Легендарные треки. Как раз сейчас я займусь сведением песни, ребят. Что еще хочу вам сказать? Любви, здоровья. Не бойтесь шутить про Дигу. Шутите как хотите. Про коляску, про что угодно, ребят.
шутите. Да. Пробуйте. Я сейчас сегодня снимали клип на новую. О, не брача появилась, легенда. Здорово, брат. На новую песню с альбомчика. Называется она «Когда-нибудь». Скорее всего, рабочее название песни. Лиричная песенка. Крутая песенка. Блин, поставил музыку. Так что это, ребят, в чем суть? Встань и иди. Есть этот, что хочу сказать. Хаба Макс. Ну а что я думаю, братан? Наверное, Шхабик. Шансы 85 на 15, наверное. В 15% хэллоуэйвских будет входить Lucky Punch и спринт, победа по очкам, я не знаю, отбегать, ну что-то такое. Больше не вижу, наверное, шансов. Силой, мощью, силой, умением, там, короче, всем, что касается силового давления, я думаю, Хабиб. Уничтожит. Мало шансов. 15% я даю. Букмекер. Как, я как букмекер. Нижневартовск, привет. Так, ты гнусный гном. Давай совместно запишем марафон. Кто это друг мой, что ли, или просто? Кто, я не знаю такого. Сам ты гнусный гном. И треки с тобой не хочу записывать. Три лучших русских рэпера, на твой взгляд? Ой, блин, только сегодня спору нашел. Я вот, ребят, так вам скажу. Я за Влади. Влади. Как вы сказать, три лучших рэпера? По каким критериям? Три техничных рэпера. Три самых популярных, там, или я не знаю, или... Ну, в таком плане. Три лучших рэпера. Что это такое? Что за свингерство? Три лучших рэпера. Такое бывает. Я любитель Влади. Вот всю жизнь. Я фанат. Вот сегодня спорили. Влади, да, Баста. Вот Вася, Влади, это... За них не стыдно, реально. Пацаны красавы. Ну, правда. Ладно, промолчу. Но ну как, есть еще рэперы, в смысле, я назвал их в двух, как бы, если иметь в виду вот сейчас, да, может, они как бы читают активно, занимаются музоном. Реально люди с музыкальным образованием, люди подкованные, люди, которые могут, действительно могут, там, что Влади, что Вася. Вася более музыкальный стиль, более там где-то в попсу ударен, ну не везде, конечно. Ну, такие свои движухи. Влади это более такое. Даже не знаю, как охарактеризовать его музыку. Но так крутых рэперов миллиарды. И русских рэперов я обожаю миллион. Из там Рапа-папа. Из этих. Новая школа, там, что, всех слушаю, там, ну как всех. Кого-то слушаю, кого-то как бы принимаю, кого-то нет. Типси. Это ж мой корифан. Я знаю давно. Савельич. А что за песочных людей? Что случилось? А сейчас что у меня? У меня сейчас бай-бай. Нет, сейчас у меня до сведения песни, потом бай-бай. А утром на съемочке, с самого раннего утра. Сафрону привет. Так что это, гудочек, не переживай, все хорошо. Гудочек, мой это, носом утнуться в пупочек, да, гудочек.
А что с жигаром? Смоки. Да много можно выделять рэперов, пацаны. Смоки. Я по винтажке люблю, там для меня там те же Юг, Кит, Андрюха. Там много красавцев. Скриптонит, мало слушал скрипи, но что слышал, конечно, нравится. Я знаю, я ж не дурачок, ребят. Чувствую стиль, скиллуху, все понимаю. Свекули все хорошо. Да всех люблю, ребят. О, люблю Чемоданов. Ну, люблю, в смысле. Всех красавцев, кто от души. Good dog, Jigga Liga. Много знал, блин, мне понравилась песня, реально, ребят. Вот это минус 40 или минус 20, как она там называется. Я просто балдею от нее, реально, там нереальная мелодия, крутая. Он там так поет, что у меня мурашки будут. Не знаю, или это у меня такая реакция, или еще кому-то она понравится. Да, типа бицуху не качал уже, что-то я давно, 2 недели где-то. Надо начинать. Миха, Грюндик, Миха Красноярящик, Грюндик, многоточие. Все красавцы. Все красавцы. А что с Кизаром? Растет, пишется с А. Такая, короче, движуха, ребят. Такая движуха. Поэтому давайте всем всего. Я вас всех люблю. Не переживайте, все будет хорошо. Реально все будет классно. У Эсика дела нормально. Я его видел, пообщались. Отлично все. Как ты сейчас относишься про шутку в свою сторону? Если честно, я считаю их моральными уродами. Ну, ребят, я уже сказал, как я отношусь. Она меня не трогает. Ребят, не надо из меня делать ранимого пацана. Это же я, Рома Воронин. Эй. Я просто показал, как я умею реагировать на вещи, которые меня волнуют. Прореагировал. Не нравится, ребят. Ну что теперь? Ну что? Больше позитива, я согласен. Ребят. Честно, вы вот уже до такой степени уже и гудочек этот, за гудочка, столько защиты уже, что типа как будто, я не знаю, меня же, я себя чувствую реально, не в мою сторону уже пошла эта какая-то вот эта хайповость, что что-то беспредел уже пошел, как будто я внутри ранимый, что ж вы наделали, вы что такое на Рому сказали? Спасибо, ребят, что вы меня так любите, конечно. Кто-то звонит. Блин, кто-то звонит. Короче, ребят. С работы меня выгоняли, меня никуда не пускали. Сообщаюсь с Лу и общаюсь, ребят. Ну, как общаюсь? Поскольку, постольку, в том плане, что, как бы, братули, своя жизнь. Но мы скоро зажжем с ним, я знаю. У нас скоро совместный концерт. Так что мы натрещимся в Петрозаводске. Ребят, еще раз хочу сказать. Все отлично. Все отлично. Не переживайте. У меня все хорошо. Спасибо, что переживаете за меня, что волнуетесь. Но все нормально. Все хорошо. Гудочек. Пупочек, все хорошо. Антон Долгов, знаю Антоха. ПТЗ рулит. Йо-йо, я читаю речитативом. Постоянно что-то я рифмую про каких-то акушат или про каких-то еще ребят и новых девчат. Спасибо, ребят. Красивые, да? Красава, да? Угу.
Спасибо, спасибо, ребятки. Пошел сводить тюльпан. Спасибо. От души. Спасибо.